как я перестала быть клиентом других сетевых компаний. Я уже записывала мое знакомство с РСАК видео. Ну а теперь скажу, как меня потеряли другие сетевые компании. Меня зовут Любовь Долгая. И вот я первый раз взяла просто попробовать. Не хотела даже регистрироваться, не надо были никакие подарки. Взяла попробовать, об этом есть видео. Ну и потом, конечно, когда увидела, что классная продукция, я зарегистрировалась. Давайте посмотрим. Вот 26 ноября я зарегистрировалась. И мы купили. Мне, кстати, нужна была просто губная помада. Но я увидела, что здесь есть шампунь с маслом органы, гель с органовым маслом. Тоже заказала вот по литру. Оно, в принципе, недорогое. И крем для массажа. Это я хотела заказать свекрови. Но потом мы его себе оставили. Свекрови в следующий раз заказали. То есть взяла то, что мне нужно. То, что мне очень нравится. И вот здесь начались подарки. То есть здесь началось волшебство РСАК. Как они меня лихо перевели на вот свой продукт. Ну вот для удаления жира. Это да, это я планировала вот всем таким моющим для дома пользоваться, потому что с этого началось мое знакомство. А вот кремами я не планировала. У меня есть свои там любимчики, сетевые компании, где я брала. Но вот меня угостили, так сказать, дали подарок, да. Вот вы видите, для удаления жира литр, потом ночной лосьон, это подарок, для ванн литр, крем масла черного тмина. Вот, тоже очень классное. Ну, естественно, я это все попробовала, друзья, а как иначе? Мне очень понравились крема. Все, я, ну, уже как бы начала сомневаться, что буду я где-то покупать еще, когда тут реально дают подарки. Вот, все равно я буду покупать. И вот в следующий раз мы уже взяли и заказали, знаете что? Заказали БАДы, потому что БАДами мы с мужем пользуемся около 20 лет разных компаний и решили проверить, ну вот какие же здесь БАДы. И нам это так понравилось. Взяли масло черного тмина, две, и взяли кофе. Кофе с марингой, с грибом рейши, тоже вот просто дефицитное кофе, его прям тяжело застать. В подарок нам дали, смотрите, капля, концентрат, это убирает любые пятна. Вот у кого детки маленькие есть, да и вообще где-то пятно посадил, вот любые пятна, не только на одежде, на диванах, на кухне, везде. Вот это вообще такое, знаете, это для меня такая вот презентация РСАК, потому что, ну, уникальное просто средство. Вот, вот нам его в подарок дали, потом общая уборка квартиры литровая в подарок, для мытья посуды, супер просто, да, средства тоже в подарок, и вот еще лосьон, с, опять же, с органовой маслом, да, вот, тоже в подарок. Это мы уже решили попробовать наши БАДы, вот, уже наши БАДы, да, тогда было ихние БАДы. Следующее, какой мы заказ сделали, это было 11 декабря уже. Вот, мы заказали 3 зубных пасты, потому что я читала отзывы о них, тоже зубными пастами пользовались, только сетевыми, сейчас только это у меня зубная паста, заказали еще 2 капсулы масла черного тмина, вот, ну, сынули давали, и пробники парфюма, 3 мужских пробника парфюма, ну, и дальше уже идет крем массажный в подарок. Это тоже мы свекрови подарили. Крем масла черного тмина, шампунь ромашка в подарок, мыло для рук в подарок, гель для душа ромашка в подарок и 2 лавандовых воды тоже в подарок. Вот. Причем те подарки, которые есть, вы можете выбирать. Вот представляете? Идем дальше. То есть все, мы уже iHerb не покупаем, никакие сетевые компании не покупаем, потому что БАДы реально крутые, вот очень классные. Их еще, кстати, и застать достаточно. Надо быстренько покупать, как только они приходят. Смотрите, в том заказе у меня была зубная паста, да, в этом заказе уже я опять покупаю зубную пасту, потому что подарили детям, вот себе оставили. Здесь гель для волос я себе заказала, зубная паста. Попробовать гриб рейши, вот, отличный тоже продукт. И дальше начинается, то есть заказали то, что нам надо, то, что мы обычно покупаем, и дальше начинается уже опять подарки. Общая уборка, ванны, туалет, лосьон для тела, просто супер, вот, да, кстати, я вам даже не показываю, что вот здесь вот 2 лосьона для тела, видите, вот он бомбецкий такой, мне настолько он понравился, опять же, 2 крема с органовым маслом, да, 2 крема, вот здесь, ага, и гриба рейши мы заказали тоже 2, вот, зубной пасты 1, вот так вот мы уже все влюбились в БАДы, разбаловали нас подарками. И в этом же месяце, представляете, сначала я вообще не хотела даже регистрироваться, говорила, не надо мне никакие подарки. Сейчас даже удивляюсь, как такое может быть. Вот. И еще раз заказали вот в этом месяце 3 порошка белых. Вот. Дальше активный, ну, активатор для этих порошков тоже 3.
Заказали маку перуанскую, бат попробуем, очень много о ней полезностей. Я себе для волос заказала. И дальше пошли опять же подарки. Капля концентрат 2. Кстати, я брату подарила, он такой сказал, вау, какая классная штука. Вот, то есть, вот знаете, у меня брат вообще против сетевого маркетинга, и мне это очень нравится, что можно не БАДы дарить, да, не крема какие-то, а вот то, что реально там для детей, вот пятна убирает, посуду мыет. Ну, это такой очень классный способ наладить контакт. Потом уже, когда они будут заказывать, попробуют вот точно так крема, попробуют точно так БАДы через время, ну и все. Вот. Для удаления жира, опять литровая, да, лосьон для ежедневного ухода. Вот, я еще такое не пробовала. Ночной у нас первый был, мы с мужем его испробовали, очень ждем, вот у нас закончился. Вот. И крем для массажа 2 взяли. Это в подарок, крем для массажа, да. Здесь подарки на выбор, вот есть такая серия подарков, и вы их можете выбирать по одному, по два. Дальше шампунь. Это я для себя, для своих волос выбрала в подарок. Ну, вот такие вот подарки. То есть, вы видите, да, вот то, что, опять же, то, что себе нужно, заказали. Мы порошок, ну, заказали своим детям. Они у нас отдельно живут. Себе бат заказали, я себе для волос. И вот, пожалуйста, сколько подарков. Все, ребят, и я так понимаю, что мне надо еще делать заказы, я хочу еще БАДы взять. И все, и меня вот с ноября месяца просто другие компании не видят, что я у них являюсь клиентом, хотя была достаточно активным. Меня очень это все устраивает. Ну, меня и бизнес устраивает, и маркетинг здесь отличный. Вот такое знакомство мое состоялось с РСАК. Я в него влюбилась. Да, сейчас не клиент других компаний, вот, но очень грамотный такой маркетинговый ход, что тебе дают просто вот в виде подарка, и ты понимаешь, насколько здесь классное качество. Поэтому в бизнес людей приглашать очень легко, легче и классно, и отлично. Ну и все, и знаете, я теперь уже думаю, так, взять вот там, а у нас тоже есть в РСАК такое. Ну так я еще получу и подарки. То есть в компании идет постоянный промоушен. Впервые я встречаю такую компанию. Это здорово, классно, и это помогает развиваться. Вам здоровья и процветания всем. Пока-пока. На связи была Любовь Долгая.